Мы, курсанты Морской академии, представляем вам свой проект по демократии Save the Beach по очищению одесских пляжей. Наша цель – сделать наш город чище не только ознакомлением с экологическими проблемами, но и уборкой на одесском берегу. Мы объединились с общественной волонтерской организацией «Наша чистая Одесса», которая любит наш город и делает все возможное для его улучшения. Хотим сказать, что эта уборка была огромным опытом для нас, стремлением к такому масштабу мероприятия и максимальной сплоченной работой. Организация «Наша чистая Одесса» также благодарили нас за участие в субботнике. Компания «Ваш сад» ученикам, студентам Национальной морской академии, бывший водный институт, который, спасибо вам громадное, ребята, вы просто лучшие, умнички, инициативные, добрые. Подводя итоги, мы хотим ответить на два вопроса. Чему же мы научились и что хорошего сделали? Так, чему я научилась? Я научилась работать в команде, придумывать идеи, воплощать их в жизнь, а также ценить работу каждого человека. В первую очередь, этот проект был создан для улучшения одесских пляжей. Мы очень любим Одессу и с большой верой и любовью в то, что начинается с нас. Чему я научился? Этот проект стал для меня возможностью узнать больше о экологических проблемах пляжей и моря нашего любимого города. Я узнал, что природа и экология как никогда нуждаются в нашей помощи. Благодаря проекту я научилась слаженной работе в команде и коллективе, учитывать общественное мнение и прислушиваться к нему, находить компромиссы, ведь на этом и построены принципы демократии. Став частью команды Save the Beach, я научилась привлекать людей к социальным проблемам, работать внутри команды и взаимодействовать с другими фондами. Немаловажно подметить то, что мы привлекли не только наше внимание, а и внимание наших семей. Этот проект был полезен не только для нас, но и для жителей Одессы, ведь абсолютно каждый одессит и гость нашего города хочет насладиться прекрасным чистым пляжем. Благодаря нашему проекту я начала обращать внимание на окружающую среду и теперь не позволяю мусорить не только себе, но также и другим. Что мы сделали на этом проекте? Мы каждый день защищали природу, мы провели много уборок, и каждый день мы пытались донести людям, что природу как никогда нужно защитить. Что хорошего я сделала? Участки пляжа, которые я смогла со своей командой убрать, сделала лучше наш город. Это лишь маленький шаг к большой победе, борьбе с загрязнением. Работая над этим проектом, мы заложили огромный фундамент для подальшего более крупного проекта по очищению береговой линии нашего города и ждем, чтобы одесситы все больше к нему присоединялись. Ведь для того, чтобы что-то исправить, в первую очередь нужно начать с себя и донести эту мысль всем без конфликтов, чтобы это делалось от чистого сердца, а не по принуждению. Благодаря проекту мы смогли произнести весомый вклад в нашу экологию. Вживую мы убирали пляжи и коммуницировали с людьми, привлекали их действиям. Они подходили к нам и тоже были заинтересованы в работе.